Я хочу просто поделиться с вами, как SMBS изменила мою жизнь. There was a point in my life when I had just finished university. I had a great job and a great future ahead of me. Я пришел к такому моменту в моей жизни, когда я закончила университет, и передо мной открывалось большое, хорошее, светлое будущее. But inside, I was feeling like there was something spiritually lacking. Но я внутри чувствовал, что духовно мне чего-то не хватает. And I remember praying and asking God that я помню, как я молилась Богу и говорила, что я не хочу жить той жизнью, которую я избрала для себя. Я хочу жить той жизнью, которую Он определил для меня. После такой молитвы у меня была возможность поехать на миссию на Украину на несколько месяцев. And there I met a former student of SMBS. И там я встретилась с одними из студентов СМБС. И они in мне рассказали об этой прекрасной библейской школе. Они меня вдохновили, как только я вернулась в Канаду, я сразу подала свои документы. И как я в с того момента, как я была здесь в библейской школе, я выросла не только духовно, но также в своих познаниях Слова Божия. И здесь две вещи есть, которые мне особо нравятся. To 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 Одно то, что мы делаем, это то, что мы идем на улице города и мы можем говорить полностью к незнакомым людям о Иисусе Христе. А второе это то, что я имею возможность быть частью этого благословенного хора и петь с ними. После нашего выпуска моя и моя группа мы едем в Кению в Африку на пять месяцев. И хотела бы, конечно, просить вас, чтобы вы молились за нашу группу, while we the of Jesus in Kenya. чтобы мы могли распространять это послание и в Кении. Хочу взять также один момент и обратиться прямо к молодежи этой церкви. Если в вашем сердце вы в если в вашем сердце вы решаете идти или не идти в эту школу, If you make the choice to come here, Если вы сделаете это решение приехать, это будет решение, которым вы не пожалеете. Youth, we have, we like Часто молодые люди, мы чувствуем, что у нас уже наши цели уже давно поставлены. God, you hands, Но мы служим всемогущему большому Богу. Если вы доверите ваши планы в Его руки, вы будете удивлены результатами. God bless everyone, Пусть вас Бог благословит. Хочу тоже поделиться свидетельством, как я попала в школу. Когда мне было 14 лет, я чувствовала, что Бог звал меня делать Его работу. И в этот же самый год я услышала о другой библейской школе. И после своего окончания гимназии у меня положилось на сердце пойти в библейскую школу. Когда мне было 17 лет, у меня была возможность поехать на миссию. A few my trip, came to перед, несколько месяцев перед моей миссионерской поездкой Богдан приезжал в Сакраменто. SMBS. И я услышала о СМБС. Я взяла брошюрку, и эта брошюра у меня лежала долго. И потом я некоторое время молилась за эту возможность СМБС. Потом прошел еще год, и к мне пришла возможность уже выпускаться из моей школы. And again I saw that flyer. И потом я увидела эту брошюру снова. И я почувствовала, что Бог меня конкретно призывает в эту школу. But I come my Но я не хотела ехать без благословения родителей. So I call, I to my parents. Я разговаривала со своими родителями. And they blessed me. Они благословили меня. And I filled out an application. Я заполнила ан анкету. And by God's will, I'm here today. И вот по Божьей воле сегодня я здесь перед вами. In Bible school, в библейской школе Бог научил меня зависеть от Бога. Много раз я надеялась на своих друзей, на своих родителей или на свои понимания. Но Бог более и более мне показывал, что мне нужно надеяться на Него And to trust him. и доверять Ему. And will go to his plan. И все пойдет в соответствии Его плана. To to SMBS, Я хочу будет... вдохновить молодых, чтобы они приехали в СМБС. Это решение, которым вы никогда не пожалеете. You, you и Бог всегда к вам проговорит, если вы это сделаете. Почему мы приехали в ваш город? У нас есть три цели. Первая цель – это Бога прославить. Все, что вы видите и слышите, это Бог. За этим всем стоит Господь. По-человечески это сделать невозможно. Но это делал, делает и будет делать Христос. Бог будет поднимать новых Даниилов, Моисеев. И когда наша молодежь загорится огнем Святого Духа, верующие и неверующие придут посмотреть и послушать их. Это Бог. Наша цель Бога прославить. Вторая наша цель – приобрести новых друзей и обновить просто старую дружбу. Чтобы вам было понятно, у нас говорят так, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Может быть, кто-то в зале потерял деньги. Хочу сказать, что дружба – это серьезный надолго. Ну и последнее наше такое желание – зажечь на миссию, зажечь на евангелизацию молодежи и всех, кто нас слушает. Вы знаете, что мы многие вещи делаем, но иногда хорошо, когда человек поет без приглашения, когда он поет не в церкви когда у него пришло желание помолиться или просто встать. Правда, такое бывает? Вот хочется человеку, и все. Это нормально, когда это есть. Я хочу вас просто спросить, вот, например, такие вопросы. Вам хочется петь в этом хоре? Вам хочется жить святой жизнью? Хочется или нет? Вам хочется, например, поехать на миссию? Я хочу вас спросить. Я это делаю не случайно. Потому что если хочется, если есть желание – пожалуйста, делай. Потому что человек, который хочет и что-то любит, он ищет возможность, как эту мечту осуществить. Человек, который не хочет, он ищет оправдание. Я еще раз, мне, например, хочется, а как вам? Сегодня пришло время делать то, чтобы зажигать другим, чтобы человеку захотелось. Вот, например, у меня в церкви есть уже два человека молодых, им по 10 лет приблизительно. Которые пришли ко мне и заявили, я хочу быть пастором, пастор, можно? И я им разрешаю. Сейчас пока только двое, надеюсь, что будет еще больше. Я думаю, почему-то им это аж захотелось, правда или нет? Везде должны быть достойные примеры, на всех уровнях. Боже, помоги нам это все иметь. Ну и заканчивая, хочу вам сказать стих из Библии. Есть так написано, «Влеки нас, мы побежим за тобою». Здесь Дух Святой вас к чему-то призывает, каждого присутствующего в этом зале. Чтобы этот стих работал, надо сделать следующее. «Влеки нас». А когда вы чувствуете влечение, вы должны не только увлекать других или приглашать, а вы сами должны подняться и пойти туда, куда призывает вас Бог написано, мы побежим за тобою. Это значит, я не просто говорю о миссии, а я в миссии участвую. Я не просто говорю о молитве, а я сам пребываю в молитве. Мы побежим за тобою. Мы побежим за тобою. Я часто говорю, когда один человек бежит по улице, как-то привычно, человек спортом занимается. Но когда сотня или тысяча бежит, и саму хочется побежать хотя бы немножко. Еще раз спрашиваю, вам хочется петь в этом хоре? Хор – это что-то такое немолодежное, но когда молодежь начинает петь в хоре, приходят чудеса. Это команда, это единство сердец. Вам хочется петь в этом хоре? Если хочется, то Бог сегодня расширяет ваши шаги. Пойдете вы петь в хор, пойдете ли вы в школу учиться, или поедете на миссию, зависит от вас – от вашего желания. Но сегодня не отклоните этот призыв. И то, к чему призывает вас Бог, подчините этому свою жизнь. Скажите, я хочу, вот я. Пошли меня. Пришла твоя очередь. Спасибо. Благослови вас Бог.